Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Розмову на тему». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Ми з вами зустрічаємось напередодні свята – Воздвиження Животворящого і Чесного Христа Господнього. І сьогодні у нас в студії гості – архімандрит Варнава і паломники з Єрусалиму – Володимир Новоселов і Людмила Шевченко. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас очень приветствовать на нашей земле. Вас, дорогие паломники, потому что вы только что приехали из Иерусалима. И, дорогие телезрители, наши гости сегодня, они полны впечатлением. И этими впечатлениями, этими светлыми и радостными впечатлениями, они готовы с вами поделиться. Как я уже говорила, мы встречаемся накануне большого праздника, Воздвижения Животворящего Креста Господнего. И вот сегодня... Отец Варнава, ну я права, да? Да, что конечно. Есть такая возможность у людей собственными глазами побывать в тех местах, в которых происходили судьбоносные события, которые повлияли и продолжают влиять и до сих пор, и, наверное, будут влиять до скончания века на нашу земную жизнь. Друзья мои. Права как раз в том, что праздник воскресения, воздвижения креста, и, конечно, в том, что могут посетить, и потому что в прошлом году мы были... как раз в Иерусалиме на день воздвижения. Да, служили именно на том месте, где происходило воздвижение креста. Пожалуйста. Ну тогда, если можно, два слова еще. И что? Совершали службу с Иерусалимским патриархом. Вот, крест был обретен ровно после царицы Елены, значит, в пещере, там такая цистерна. И она до сего времени существует, там храм, где совершается служба. И каждый год Иерусалимский патриарх, и вот мы соучаствовали в этом торжестве, крестным ходом туда идут, и происходит чин воздвижения, как еще в IV веке первонапостной царицы Елене, когда она обрела крест, и святитель Макарий, патриарх Иерусалимский, его воздвигал, благословлял на четыре стороны весь народ. И сейчас этот чин в кафедральном соборе у нас в субботу будет вот такой же производиться в нашем кафедральном соборе. Только что разница, что это во всех храмах в мире православных он совершается вот каждый год. А в прошлом году мы этот чин совершали с Иерусалимским патриархом именно на месте обретения Животворящего Креста. Вот как удивительный и как прекрасен этот мир. И... Дорогие друзья мои, вот вы сейчас только что вернулись из Иерусалима с такими просветленными лицами, и видно, что на вас поездка произвела неизгладимое впечатление, правда, Владимир? Да, будьте добры, где вы были? Ну, мы объехали и всю святую, наверное, землю посетили, и Израиль, в Иерусалиме, на Палестине были, в Палестине. Были на тех местах, как вы сказали, где ходил Господь, где проходила его земная жизнь, где... Свершались те события, которые мы знаем по великим 12 праздникам. Вот, рождение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы, рождение Иисуса Христа. Были на Голгофе, где Господь был распят. Видели тут камень помазания, прикладывались к нему. Заходили в гроб Господень, прикладывались. Вот, посмотрели, и основное впечатление, вот где-то на четвертый день, да, так вот возникло такое слово «свершилось». То есть я увидел, наверное, то, что хотел. Я увидел святую землю, вот как она есть. Ее, в принципе, такую же видел Господь. Но если убрать здание, машины и дороги, то земля не изменилась за эти 2000 лет. А говорят же, что она, наоборот, она заполнилась слоем. Вот та земля, по которой ходил. Нам экскурсовод говорил, что там культурный слой, там, допустим, в Иерусалиме от 5 до 15 метров. Ну, рельеф-то от этого не меняется. Да, то есть идут те же холмы, вот, деревья возросли, там все равно же они воспроизвелись. Ну, а, допустим, так как места... все, по сути, промаркированы, да, вот святые апостолы, первые христиане молились на тех местах, где Господь пребывал. Потом там были построены храмы, разрушены, уже множество разрушался. Потом построены новые уже царицей Еленой. Она находила остатки древних храмов, находила места, где молились по каким-то признакам. И потом построила, ну, 80 храмов, как говорят, на святой земле. Они, которые, может, тоже были разрушены, но в более поздние времена находились уже их основания, поэтому на сегодня мы были реально на тех местах, где все это происходило. То есть вот место, где возносился Господь этот камень, он сейчас не засыпан никаким слоем, все раскопано, мы его трогали руками. Вот. Впечатление, ну, вот сказать, тихая радость, ну вот, наверное, вот так вот охарактеризовать свое состояние там. Тихая радость. Хорошо, спокойно, мы там причащались, Господь
управил, мы смогли причаститься, и у гроба Господня было причастие. У нас группа была вся с Николаева, там больше 50 человек, со священниками мы ездили, и священники служили, служили на горе Фавор, например, где было преображение Господа, как бы специально для нас, вот мы там смогли тоже причаститься. Ну а так, я каждому пожелал бы хотя бы раз в жизни попасть на святую землю, то есть это нужно и для укрепления веры, то есть это сильно укрепляет, ну и, наверное, как вот, ну, такой путь христианина, все равно там надо быть, хотя бы один раз, кому уже есть возможность, не отказываться, обязательно ехать. Ну вот так, спасибо. Людмила, если Владимир сказал, его главное впечатление, главный итог поездки свершилось, ваше впечатление, кроме тихой радости и кроме вот этого жизнеутверждающего свершилось? Вы знаете, я когда-то тоже раньше у всех спрашивала, ну как. Но после того, как я побыла, по милости Божией на Святой Земле, я поняла, что это рассказать просто невозможно. Это надо пережить, это надо побыть там, чтобы это все прочувствовать, ощутить, чтобы с этим прожить это. Вот. Действительно, понимаете, ощущения непередаваемые, идти по тем улицам, по которым Господь шел и нес свой крест, где Он проповедовал, набирать водичку из источника святого, где Матерь Божья водичку брала. Вот. Это, конечно, ни одна паломническая поездка не может сравниться с паломнической поездкой на Святую Землю. Это живое Евангелие, где ступаешь ногой, и везде Господь, Матерь Божья, апостолы. И вы знаете, еще пустыня. И в пустыне ничего не растет, водички нету, ничего нету. Но а там вы были есть в пустыне? Да, там монастыри. И Господь дает жизнь. И там действующие монастыри, живут монахи. Православные монастыри. Да. Вот, поэтому очень много впечатлений, и просто невозможно найти слов, чтобы это все выразить, это надо видеть. Вот что интересно, я хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что перед вами, друзья, сидят паломники, не туристы, а паломники. И есть туризм, туристические поездки, а есть паломнические поездки. Отец Варнава, будьте добры, туризм и паломнические поездки – это ведь разные вещи, потому что то, о чем говорят наши гости сегодня, это можно почувствовать только верующим сердцем в паломнической поездке. Вряд ли такое можно ощутить в туристической поездке. Может быть, я не права, не знаю, но вот как вы думаете? Безусловно, что разница есть и большая. Вот есть что-то похожее, это то, что это совершается путешествие, вот от своего дома где-то на какую-то другую страну или просто на другую территорию. Но цели совершенно разные. И если туризм имеет по сути свои задачи познавательные, там, спортивные, оздоровительные, гостевые, развлекательные чаще всего, то задачи паломничества совершенно принципиально разные. Вот, во-первых, конечно, основная задача паломника – это даже претерпевая какие-то трудности, и связанные с путем, совершить этот путь для того, чтобы прикоснуться к святыне дорогой его сердцу. То есть мы видим, что люди, которые ехали, они это собирались не один день, а некоторые годами эта мысль у них созревала, да? И они выбирали, а что же всего в мире существующего для их сердца более ценно, да, и как бы вот прикоснуться к этой святыне. Вот это вроде бы так, как основная вот задача паломничества, но вместе с тем там есть и другие сопутствующие, каждый человек туда что-то в своей душе несет. Вот кто-то хочет просто поблагодарить Бога за какие-то события происшедшие, кто-то хочет, наоборот, пойти попросить у этих святынь, помолиться, вот, и в том числе о здоровье душевном и телесном. Кто-то давал обет, что совершит какое-то вот паломничество, то есть приложит труд для того, чтобы поклониться вот святыням, именно которые он почитает, или почитает вообще весь христианский мир, вот, весь православный люд во всем мире. Вот, то есть это цели совершенно разные.
Вот. И естественно, результат совершенно разный. Вот этот мир, о котором они говорили, это означает, что действительно они не зря потеряли и средства, и время, и приложили какие-то труды, и какие-то трудности там претерпели, потому что они принесли то самое главное, ради чего паломничество совершается. Это радость духа. Вот. И даже если все остальное, что-то там не произошло, может быть, то, конечно же, можно сказать, что уже совершилось самое главное. Вот, что человек вот, получил то, что он не может даже передать. Вот эту радость духовную турист не может передать. Если можно так образно как-то сравнить, вот, паломничество – это чисто проявление жизни церковной. У нас сейчас, это очень существенно, почему вот это существенная тема, потому что сейчас паломничество называют многие разные путешествия. И даже в том числе не христианские, светские, говорят, паломничество там какому-то там певцу там или что-то. То есть даже абсурд, да, бывает, что вот какая-то там группа, и вот совершилось чуть ли не паломничество. Подразумевается, что движение массовых людей. Вот, но это говорят люди, которые не понимают, что даже слово паломник. Это от того времени, когда приходили люди в Иерусалим на Великий пост, были там весь пост, постились для того, чтобы быть на службе в храме Воскресения Христова, а за неделю перед этим совершается верная неделя, они шли крестным ходом из Вифании, там несколько километров, с пальмами и веточками. Я говорю, пальмовник, несущий пальмы и ветви. Вот, то есть паломник – это чисто православный христианский термин. Даже вот в латинской церкви его нет, там есть пилигрим, то есть странник. Пилигрим, да, это странник. Да. А вот именно это чисто паломник, это чисто православное понимание. Оно так немножко просто измененное произношение. И поэтому оно не может применяться к другим. Даже вот сейчас, да, у них есть у мусульман хадж, там вот сейчас совершали, да. То есть это совершенно другая тема. И потом назвать это паломничество будет неправильно, хотя многие говорят. То есть паломничество – это чисто церковное проявление жизни. И поэтому, как говорил Антонин Капустин, который как раз открывал и приобретал очень много мест на Святой Земле, вот, что уже изначально, когда только человек принимает намерение, уже сопутствует ему благодать Божия. До самого завершения, несмотря на сколько, в каком протяжении времени этот процесс длится. То есть, если человек захочет, если его душа потянется к Иерусалиму, к Святой Земле, значит, будут и так события складываться? Однозначно. Однозначно, что будет сразу благодатная помощь, но вместе с тем будет искушение у каждого человека, потому что это святое дело. А святое дело, оно предполагает подтверждение твоего желания, твоей воли, твоих усилий. Естественно, что эта радость, которая утверждает человека, подкрепляет в него веру, она не духом злобы, она не безразлична. Они хотят сделать препятствие на этом, и поэтому будет искушение, но вместе с тем будет помощь. В том числе вот именно благодатная помощь, о которой говорил вот архимандрит Антонин Капустин. Вот, то есть, и что, почему? Вот, то есть, это чисто церковное делание. И поэтому, в отличие от туризма, который мы говорили, гостевой, развлекательный и разные другие виды, вот, но есть и религиозный сейчас туризм, который именно ставит свои задачи, кроме какого-то там отдыха на море или еще посетить какие-то храмы. То образом можно сравнить, что паломник – это тот, который участвует в трапезе. Турист, даже если он религиозный, это тот, который смотрит через окно, как она совершается. И он может себе, паломник говорит, что он пережил, а религиозный турист, он может сказать, что он видел, какие там стояли явства, напитки. Вот, в лучшем случае ему может там предложить подождать, когда какие-то там остатки, что-то где-то там передадут. Но пережить это торжество, этот пирвель он не может. Потому что изначально нету ни целей, нету от сопутствия благодати Божией, потому что намерения совершенно были противоположны. Это случайно, но это не означает, что это плохо. То есть из таких вот случайностей очень много людей заинтересовались. Он увидел через окно, он увидел радость этих людей, которые присутствуют на этой трапезе, и он заинтересовался. Из этих многих, которые просто совершают туристические поездки, кто-то заинтересовался, а что же это такое, и начал искать. Оказывается, это не очень сложно, то есть дверь открыта, приходишь,
заходишь, участвуешь, вот, только совершенно уже с другими целями, с другими задачами. И очень много в жизни вот таких есть случаев, когда, да, приезжали и совершенно далекие люди, и есть такие, что вплоть до того, что попадали в какой-то монастырь, потому что ведь паломничество – это не только Святая Земля. Мы видим, что это начальное основоположение вот на Святой Земле, но совершается паломничество всюду. У нас люди в Киево-Печерскую лавру пешком ходили. Сейчас, вот в наше время? Сейчас ходят, сейчас по Чаевскую лавру у нас ходят. Крестный ход из Каменец-Подольского каждый год на Успение Божьей Матери, который собирает до 10 там, тысяч людей. И они идут, это где-то от Каменец-Подольска, там больше 200 километров пешком, и с маленькими детьми, и старички. В этом году тоже там, наверное, 5-6 тысяч, не меньше шли. Сейчас тоже это все совершается. Мы просто этого не видим, не знаем. Эта жизнь продолжается на протяжении 2000 лет. И даже в богоборческие времена люди ходили пешочком к святыням. Вот они идут, кто там знает куда. Они идут, знают, что это еще действующий монастырь незакрытый. Поэтому, то есть, это не только вот Святой Земли, но, конечно, одно из самых главных паломничеств, конечно, это же Святая Земля. Так вот, многие были посещая монастыри, люди совершенно не церковные, и потом не только крестились, были даже не крещенные, но даже принимали постриг и оставались там. То есть, такие случаи были. Поэтому сказать, что совершенно там этот религиозный туризм плохой, нельзя. Вот. Но то, что он несравним с паломничеством, это нужно говорить, да. Вот. И вот затронул случай, значит, все-таки еще хочется один сказать. Мы тоже недавно вернулись с паломничества с владыкой нашим митрополитом Петеримом, буквально месяц тому назад тоже мы посещали Святую Гору Афон. Вот. Это тоже паломничество, хотя не Святая Земля, но это тоже остров Агиос Орос, Святой Афон, Святая это Гора. Потрясающе. Да. И вот на Святой Горе игумен монастыря Дехиар подарил свою книжечку о том, как он встречался с многими людьми, как он сказал, церкви. Вот мои встречи с людьми церкви. И вот один случай, как раз вот только что я вот вспомнил его, вот, что один бельгиец приехал на Афон, а там даются определенные там квоты, по-моему, 10% для инославных посещения. Вот, ну, как вот они, как туристы вроде бы. И вот он посетил Афон, несколько монастырей, а потом зашел, а там же есть большие монастыри, скиты есть келики такие небольшие, есть пустынники, которые в пещерах живут, если это сейчас происходит. И вот он посетил одну такую пустынную келью, вот, значит, постучался, зашел, видит, значит, это келья, на деревянной такой кроватке сидит монах и четочки перебирает, молитву, значит, читает. Но он попытался с ним что-то там на духовную тему поговорить, поспрашивать. Но так как язык плохо знал греческий, то ну, разговора как такого не получилось. И он, уходя, берет, значит, $50 этому старчику, значит, дает. А он говорит, не надо. Мне, говорит, вчера $20 дали, а это, говорит, мне надолго хватит. Ну, раз не принял, этот бельгиец уехал, забыл про этот случай. А потом уже зимой что-то вспомнил это старца, хижинка ветхая. Вот, и он берет, ему там есть Корея такая, столица, у них есть почта, пересылает ему, значит, $100. Вот, но как он был удивлен, когда через время эти $100 ему обратно возвращаются. И старец пишет, там мне тут недавно вот дали, поэтому я сейчас не нуждаюсь. Ну, раз не нуждаешься, он снова пересылает ему эти $100 и пишет, ну, тогда ты возьми эти деньги и раздай тем, которые в нем нуждаются. И какое было его удивление, когда через время снова эти деньги возвращаются к нему, и старец пишет, знаешь, говорит, нехорошо будет, если я за твой счет буду казаться благотворителем в лице людей. Лучше раздай ты их сам. И этот бельгиец идет, ищет, где у них там есть православная церковь, и принимает крещение. Вот такой, поэтому туризм нерелигиозный, он неплохой. Он где-то вот тоже имеет какую-то вот свое зерно в плане вопроса жизни души, но, конечно, я уже сказал, что он несравним по той причине, что цели и потом последствия реализации этих целей совершенно другие. Ну, если учесть еще, что паломнические поездки, они совершаются по благословению, и они в сопровождении священника православного, а туристы едут сами собой. Отец Варнава, и вы возглавляете паломнический отдел при Николаевской епархии. У нас есть еще буквально немного времени, и мы знаем, что паломнический отдел предоставляет, собирает очень много под свое крыло паломников, то есть устраивает очень много именно настоящих паломнических поездок.
Ну, конечно, как раз вот то, о чем мы говорили, что паломническая поездка, она, это жизнь церкви, и поэтому она совершается, вот, начинается с молитвы, служится молебен у путешествующих. Обязательно, да? Обязательно в порядке, обязательно совершается она под руководством священнослужителя, под духовным окормлением, обязательно, потому что это предполагает участие в церковных службах. И люди, даже просто осознающие себя, что они крещены, может, чего-то не знающие, они могут спокойно там присутствовать, потому что они знают, что есть как что спросить, с кем посоветоваться. То есть они не имеют никаких проблем, не имеют никакого дискомфорта вообще в зависимости от их каких-то там вот воцерковления, степени воцерковления. Но это уже идет как раз вот жизнь духа. То есть это труд духовный, который предполагает как раз и укрепление веры, и разность душевную, и самое, и одно из тоже таких важных — мир вот души. Потому что почему одно из важных? Сегодня нам мир нужен очень. Но если мы не будем этот мир приобретать в своей душе, то естественно, что если у нас в душе не мир, то мы этот не мир распространяем на окружающих. И он только возрастает. Если у нас в душе свой мир, то тогда этот мир, он переливается в души других, и тогда люди хотят, чтобы утвердился мир. Вот, потому что они чувствуют его радость, и что жизнь как раз здесь, вот там, где мир, в первую очередь мир Христов, вот, который и радует человека. Так вот, конечно, что в нашем паломнической церкви центры совершаются разные поездки, но они все исполняют свою главную задачу. Вот. Человека направлять по пути постижения жизни духовной и спасения своей бессмертной души. Вот, кстати, вы так хорошо сказали о мире, отец Варнава, но многие могут возразить, что какой мир может быть в душе, если кругом нет мира? Но оказывается, для того, чтобы был мир, надо сначала, чтобы он появился в твоей душе. И как раз, если есть еще минутка. Да, у нас есть еще, конечно. Так вот, как раз многие люди, которых я лично с ним говорил, они даже совершают вот такие паломнические путешествия для того, чтобы помолиться у гроба Господня, у других святых мест, в том числе не только о себе, о своих близких, но и о стране, и о мире. Вот. И это бывает иногда ценнее, чем много других каких-то действий, которые предпринимают люди, не понимая сути. Вот. Потому что все управляется пребудным промыслом Божиим. Вот. И от этого промысла зависит основное, и от свободной воли людей. И вот они проявляют таким образом свою свободную волю, что у этих святынь молятся и за нашу страну, чтобы здесь был мир, и чтобы мы жили вот благополучно и по-христиански, самое главное, радостно, чтобы спасали свои бессмертные души. И вы полагаете, отец Варнава, что эти молитвы обязательно будут услышаны, и радость придет на нашу землю? Что молитвы будут услышаны, это несомненно. И они слышатся даже здесь, вот мы с вами вот возносим их, они слышатся здесь. Но многие даже говорят, а что ж там можно, куда, зачем ехать, если молиться можно всюду Богу, и здесь, и в любом месте. Да, с другой стороны, действительно. Да, но так вот одного старца так спрашивал один, значит, человек, а он говорит, конечно же, вот, и вода, говорит, в атмосфере присутствует всюду, но если ты хочешь напиться, то ты ищешь, образно говоря, колодец или какой-то источник, чтобы напиться. Вот так и для этого человека, для того, чтобы быть более услышанным Богом, нужно идти в храм, нужно посещать святые места, связанные с промыслом Божьим в жизни человека. И они, естественно, что слышатся, но мы можем только иметь надежду, и мы ее имеем на то, что действительно мир будет, и мы будем прославлять Бога, еще живя в мире и взаимопонимании, чего мы в первую очередь желаем всем нам. Ой, отец Варнава, дай Бог, чтобы так оно и было, но глядя на просветленные лица наших гостей, Владимира и Людмилы, действительно наполняется сердце уверенностью, что так оно и будет и по вашим молитвам, и по молитвам всего православного мира, который молится за мир. Друзья мои, вы сейчас сами увидели, что все, в принципе, в наших руках. Хотим, чтобы был мир, и он, я думаю, что обязательно будет, с Божьей помощью.
И у нас сегодня в гостях был глава паломнического отдела Николаевской епархии архимандрит Варнава и паломники, которые только что вернулись из Иерусалима, наши с вами земляки, это Людмила Шевченко и Владимир Новоселов. Друзья мои, спасибо вам большое. И я вас благодарю за внимание. Шановні друзі, це була розмова на тему. На все добре.